как мог ожидать Пепе. Не потому, что он от другого мужчины, просто он пошел в меня, прежнюю. Что ж, я смотрю, все сложнее, чем казалось на первый взгляд. Спасибо. Спасибо, что выслушал меня и попытался понять. Может, и надо было рассказать Пепе, но как-то момент не подворачивался. А сейчас выяснилось, что я опять беременна. Мне вообще не до того. Пожалуйста, скажи ему, скажи, что... Ну? Не знаю. Я и сама не знаю, что ему сказать. Но скажи, что мне очень жаль, что моя жизнь — это грустный фарс. Хорошо? Только уйди. Пожалуйста. А вот с последним предложением согласен. Я проследил за твоей женой. Она шла в какой-то стрёмный мотель, и там ее ждал мужчина. Так и знал. И что дальше было? Знал, говоришь? Ни хера ты не знал. Она тебе не изменяет, хотя кое в чем и обманывает. А? И в чем же? Не, все, больше я в ваши дела не лезу. Пускай сама тебе расскажет. Я свою часть договора выполнил. Твой черед. Плати. Ха. Знаешь, я думал, я для тебя необычный клиент, а? Ну, типа что-то поважнее. Ошибся? Ну, бывай. Ночная тишина накрыла город, как мешок голову кричащего пленника. Пришло время отдохнуть и пропустить стаканчик. Надо же. Наконец-то. Хоть что-то осмысленное. Агентство Incorporated Press сообщает, что урожай кукурузы упал на 80% по сравнению с прошлым годом. Это результат ливней и наводнений, от которых Аляска страдала весь сезон. Местные власти по-прежнему должны почти 80 миллионов бушелей зерна корпорации «Биотехника». Обнаружены новые отпечатки пальцев. Чего, блядь? Повышаю громкость на треть. Обнаружены новые отпечатки пальцев. Это что еще за херня? Обрабатываю запрос. Технические характеристики. Прототип умного пистолета со встроенным искусственным интеллектом. Имя — Скиппи. Скиппи? Серьезно? Повышаю громкость на 66%. Имя! Я не глухой. Принято. Слух в норме. Возможная проблема – низкий уровень интеллекта. Скорость речи понижена на треть. Меня зовут Скиппи. Нет, я в смысле… Ладно, проехали. Парень в мусорке. Твой владелец? Проверка памяти. Доступные ресурсы – 100%. Все файлы удалены вручную. Возможная причина – кража. Исходный владелец. Данные отсутствуют. Предлагаемое решение отсутствует. У меня оно есть. Я тебя заберу. Обработка запроса. Возражений нет.
Имя можно поменять? Нет. А почему? Вообще-то я твой хозяин. Повышаю громкость на 300%. Нет! Для выполнения этого действия необходимы права администратора. Этих прав у вас нет. У тебя все нормально работает? Запускаю диагностику системы. Проверка займет около 47 секунд. Пам-пам-пи-дам-пам-пам-пи-дам. Чего? Что ты делаешь? Скрашиваю ваши ожидания приятной мелодией. Бум-бум-пи-дум, бум-бум-пи-дум-бум. Проверка успешно завершена. Программа Skippy Alpha версия 0.01 работает исправно. Ладно, ладно, а что ты умеешь-то? Кроме как по ушам ездить. Основная функция – автоматическое наведение. В случае угрозы пользователю – автоматическая стрельба. Выберите один из двух режимов работы. Режим первый – пацифизм и щеночки. Огонь ведется по нижним конечностям противника. Режим второй – хладнокровный убийца. Огонь ведется исключительно в голову. Хладнокровный убийца – как раз по мне. Применяю настройки. Пам-пам-пи-дам, пам-пам-пи-дам-пам. Ой. Поздравляю, выбран режим «Хладнокровный убийца». Приятной резни. Которому нужна одна щепка. Суть в том, что она в голове курьера, который только что заехал ногами вперед в крематорий. Прочти письмо. Да. Чем могу помочь? Считают причиной межклановые конфликты. Число нападений на непричастных к столкновениям людей не увеличилось. Тем не менее, в целях безопасности полиция решила повысить уровень угрозы в регионе до второго. Сейчас узнаешь, что такое настоящий боец! Не имеешь права, говорю! Сколько можно?
Блядь, тяжеловато под кайфом. Сами небеса послали мне тебя, Ви. Щепка с демоном отправилась к заказчику, а твои деньги отправились к тебе на счет. Работа выполнена, заказ закрыт. Наверху за бардак. Мимо не пройдешь, по ушам. Один человек хочет освободить ближнего своего от груза земных ценностей. Конкретнее, нужно украсть гитару Кэрри Евродина. Работа простая, плата высокая. Я отправил подробности. Буду ждать. Он ебнутый. Серьезно. Все тексты наизусть знает. Помнит, когда какой альбом вышел, какие концерты были. Охренеть вообще. Скорее бы он сдох уже. Thank you.
Ну, кто бы сомневался. Ну, надо признать, что мужик рубит фишку и в музыке, и в бухле. Я только одного не пойму. Чего он нашел в Евродине? Надо бы осмотреться. Странно, а вот этого я не помню. Все водка твоя проклятая. Всю память пропил. Так, давай-ка без грязи. К водке я никогда не притрагивался. Вот бурбон, виски, текила. Это моя тема. Да, как сейчас помню. Очередь была как отсюда до Плимута, если не больше. А после концерта мы гудели еще двое суток. И очнулись в отрезвителе? О, интересно. Бля, вот Керри постарел, а. Это какого года фотка? Да свежая вроде. Смотри вон, дата. И гитара, за которой мы пришли. Охуенная была тусовка. Керри так нажрался, что блеванул Нэнси в гитарный кейс. Я бы на это посмотрел.
Эй, смотри, комната с цифровым кодом. Точно, Ви, помнишь дату на фотке с гитарой? Да ладно, думаешь, Слейтон такой дурак? Так он же фанат Евродина. Значит, круглый идиот. Когда-нибудь кончится. Хороший наемник, Ви. Гитара теперь в нужных руках и в безопасном месте. Закрываю этот заказ и перевожу тебе награду за труды. Thank you.
подписывался! Соло, Валентино! Обнаружен новый магазин. Сообщение пользователя. Голосуют за одну и ту же сволочь. И каждый раз, сука, верят, что уж теперь-то не буду тебе мешать. Так, и что дальше? Голосуют за одну и ту же сволочь. И каждый раз, сука, верят, что уж теперь-то все точно ошибка. Будет иначе. Что тут скажешь? Так и надо. Правда, не могу. Еще одна блудная дочь Господа нашего ждет воздаяния за грехи. Я ищу того, кто поможет ей как можно быстрее явиться на суд Божий. Посмотри письмо.
Нейтрализовать плен! Конечно, но работа сделана. Валентино убил копа и ушел безнаказанно. Восстановить. Если узнаешь, кто прикрывает этого человека, я доплачу. Посмотри письмо. Тогда было страшно. Сообщение больше. Я пожалею.
Это Ви, я разобрался с Хосе. Превосходно. Блестящая работа. Выяснил, кто вытащил его после убийства копа? Арасака. Арасака? Ты хочешь сказать, в убийстве простого легавого замешана мегакорпорация? Смерть Джеффри была случайностью. Хосе прикрывали по другому поводу. Рассказывай. Вместе со своими людьми он должен был организовать налет на офис Арасаки, взяв с собой оружие Мелитеха. Арасака заказывает нападение на себя же? Охренеть. Тебе надо скорее убираться оттуда. Лучше попытаюсь накопать информации, раз уж я все-таки здесь. Да не найдешь ты там ничего нового. Все уже забрали наверняка. Ты знаешь больше, чем говоришь. Выкладывай. Это только мои предположения, но... Ну, говори. С большой вероятностью Арасака хочет серьезного конфликта с Мелитехом. Может, даже полномасштабной войны. И что? Хосе должен был дать им повод? Звучит не очень убедительно. Не один только Хосе. Были и другие инциденты. По той же схеме. Все куда сложнее, Ви. Зачем им война? Они еще после предыдущей не оклемались. Война – это лучшая дымовая завеса, когда надо отвлечь внимание от чего-то другого. И знать не хочу, от чего именно. А ты хочешь? Нет, Ви, тут я умываю руки. Это не мое поле и не моя игра. Увидимся. Да, до встречи.
В один автомагазин вошли пиджаки из Зетатеха. Проблема в том, что ни один не вышел. Это семейный магазин, и у него сейчас не лучшие времена. Я в таких делах доверяю интуиции, а она говорит мне, что хозяева двинулись на нервной почве. Того парня ты залупаешься. Идите работать! Можете умереть на работе или умереть от голода. Выбор за вами. Проблемы первого мира, знаете ли. Именно. Паблодов? То есть мне надо самому? Нет, нет, я лучше сам. Без тебя. Просто... Я могу, я не понимаю. Хорошо. В конце концов... Обнаружен новый магазин. Сообщение поздно. Спасибо, чумно. Ну, я...
Зачем вам эта тачка? Любим корпоративные штучки. А если серьезно? Кто у нас границу охраняет? Ну, милитех. А теперь сложи 2 и 2. Когда я был в семье, мы такие сделки проводили на своей земле. А то мы не понимаем. Нам просто не оставили выхода. Сперва мы приехали посмотреть товар. Сделку назначили на следующий день. Но? Но за нами проследили до самого тайника с деньгами. Да ладно. Что говорить-то? Спасибо за помощь. Я сматываюсь. Ладно, до связи. Хорошая работа, Ви. Я знал, что ты меня не подведешь. Кочевники благодарят тебя за помощь. Заказ выполнен. Джонни хочет пригласить тебя на свидание. Что скажешь? Точно, Джонни? Не ты? Точно. Ты же сама говорила, что никогда нас не перепутаешь. Ладно. А куда мы идем? А куда бы тебе хотелось? Серебряный пиксель в Норт-Оуке. Идет. Я заеду за тобой в посмертии. Собирайся.
решил нанять как приманку? Это комплимент? Ты выглядишь по-другому. Попробуй еще раз. Может, в третий раз скажешь что-нибудь хорошее. Эй, бестия, ты готова? Опять ты. Мы идем? А где Джонни? Он все-таки не смог.